Алло. Здорово. Да ничего, нормально. Гостиницу сдали. Сейчас смотрим интересный матч. Мотор с этим. Мотор с Броварами. Не, сегодня же не играем все. Они наши все игры сыграли. Все выиграли. Ну, потому что уже Сашка еще приехать. А что, космос? Ну, хотели играть с Мариуполем, потом передумали, потому что Мариуполь очень слабый. Ну, смысл этой игры, там он, если самым слабым нашим Мариуполь проигрывал все матчи. Вот, шксли. Ну, записали им 10-0 поражение. Все. Бровары и мотор. Рубилова. Первый тайм 12-12, сейчас 13-12 выигрывает мотор. Да. Да, 10 мячей. Я не знаю, что это Бровары вчера, блин, еле-еле выиграл у Мелитополя, который мы вынесли все там больше, чем 10 мячей. Ой, 20 мячей. Они вчера 3 мяча в конце еле-еле выиграли. И... Не знаю, что-то как-то, блин, перестали играть. С нами так играли, блин, сильно в атаке, а тут как-то, блин, мучается, команда мучается. Санька, не, они же сегодня учатся. Да. Да-да, да я смотрел. Что-что? Дочка вон сидит, тоже болеет. Нет, сегодня вроде как минус. У нас стреляли? С какого переляку и чем стреляли? Понапивались, наверное, опять-таки, да. И с газовыми этими. Нифига себе. Это ж где такое? Ну а что за супермаркет там? Нифига себе. Крыша едет. А ты что? А ты где? Ну это. Сейчас обед уже или не обед у тебя? Сейчас сколько время? А, полпера.
Мы сейчас эту игру посмотрим и следующую, потом поедем в Киев. Я думаю, с Наташкой потом пойдем в пузатую хату. Посидим. Так что такие пироги. Я тебе перезвоню потом, как будем в Киеве. Let's go.
Второй раз мяч там пролетает, встать с той стороны. В интернете, в Ютубе. В Ютубе? Да. А как вы там подписаны на канал? Канал Киевский спортивный лицей-интернат. Писли. Игнатьев Игорь. Игнатьев Игорь? Да. Ну, Ютуб сначала. Я в Ютубе. Там есть просто мои по работе, а есть... Быстро выложи. Ну, стараюсь побыстрее, просто не всегда время. А вы все вообще? Все? Ну, не, я только своих снимаю, ну, сейчас интересно, играю, это снимаю. Слик, в основном кто с Ксли играет? Есть там? Там 4 разных канала. Вот, да. Это вот Ксли канал. А есть там еще наш? Ой, да, Киевский спортивный центр, да. Это первый тур наш в Киеве. Там еще есть первый, второй год. Это второй год в Мелитополе игры. Сейчас приеду, будет второй тур 2001 года. Вот.
Костя, Костя, лучше не підходь до мене. Тобі завезуть. Іди ще бігом, давай. Тобі завезуть. Іди. Thank you.
Yeah!